Успокойтесь, Ваше Величество. Объявить войну и начать войну – это не одно и то же. Мы объявим войну и посмотрим, что они будут делать. Вы спросите, что они будут делать, а я отвечу. Бояться. А значит, уважать. А начнут сопротивляться не беда. Солдаты в королевстве есть, я видел. Пусть повоюют. Да наши соседи, слабаки и хлюпики, они на второй день сдадутся, а мы станем не просто королевством, а суперкоролевством. Вы суперкороль, мои девочки первые леди, а я суперпремьер-министр. От дальнего лежачего вода не течет, возможностей много в отчизне. И тот, кто к победе страну приведет, легендою станет при жизни. Сегодня она лишь народу нужна. Одна небольшая лихая война. Thank you.